noi suntem la prima familie din cele 6 pentru care s-a colectat produs după produs în fiecare farmacie, farmacia familiei, din partea cumpărătorilor fideli. Din partea voastră, am adus aici produsele pentru prima familie, iar în zilele următoare colegii mei vor merge la alte 5 familii din țară. Pentru luna următoare se colectează în continuare produse din partea voastră. Vă rog să fiți la fel de generoși cum ați fost în luna aprilie și pentru luna mai și vom merge la alte 6 familii. Și uite așa vom reuși 3 luni de-a rândul să ajutăm familii cu produse de igienă. Pentru că contează în perioadele astea grele să fim alături unii de alții. Спасибо огромное за тех людей, которые постарались и приобрели все то для гигиены, средства. И для нашей семьи это очень существенная помощь. И эти люди, они сэкономили нам очень много средств, потому что на самом деле как бы для нашей семьи средства гигиены покупать это как бы большие расходы. Вот, поэтому как бы мы очень благодарим этих людей, кто приготовил, и пусть у них мы желаем им всего наилучшего, всего хорошего в их жизни. И на самом деле мы очень благодарны за это, за то, что они приготовили. И еще хочу сказать, что как бы немного есть людей на свете, которые оказывают внимание другим людям. И на самом деле нам очень приятно, потому что человек подумал о другом человеке, вложил свои средства, может быть, без чего-то остался, для того, чтобы другим людям было хорошо. Огромное вам спасибо. Спасибо большое. Мама, для меня это большой-большой сюрприз, не знаю, даже очень большое спасибо, очень большое спасибо. Я очень благодарна. Să nu uităm că farmacia familiei dublează fiecare produs donat de noi.